В Рубцовске проводится проверка по факту несчастного случая, произошедшего с 8-летним мальчиком. Он провалился под лед на реке Алей. В районах края сотрудники МЧС проводят профилактические занятия с детьми на тему, как спасти человека, если он провалился под лед. Также им рассказывают, как реанимировать пострадавшего и как пользоваться спасательным оборудованием. К примеру, спасатели в селе Алтайское провели акцию, которая называется «Безопасная вода». Теперь 1200 школьников в случае необходимости смогут оказать первую помощь. Школьники попробовали вытащить человека из импровизированной проруби с помощью лыжной палки, причем на скорость. Результаты порадовали. Радует, что многие знают, как себя вести, знают, по какому телефону звонить в экстренную службу. То есть 112, как бы, это уже для всех доступно, что 128 тоже все знают. То есть как бы уже население проинформированное.